с очень ответственным, отзывчивым. Это вот самая главная его черта. Отзывчивая на любое горе, на любую радость и счастье, что бы ни было. В трудную минуту, в светлую минуту он всегда готов помочь. Это самое главное качество, вот, за которое его ценю я и все остальные его друзья. Наверное, это самое главное. Ну а все остальное это банально. Улыбчивый, веселый, красивый, добрый. Наверное, все. Спасибо. Лучше погода. Где? Где солнце? Да. Макс, что бы ты хотел сказать теперь жене? Будущее. Будущее. Что я ей люблю. И я надеюсь, что у нас все будет хорошо. И сыграем и золотую, и бриллиантовую свадьбу. Наверное, здесь, на Сейшелах. Ровно через 50 лет золотую сыграем здесь. Ну, а там уж как жизнь покажет, сколько Бог даст нам возможностей и сил прожить, и столько мы проживем, но проживем все вместе. Сколько будем жить детишек? Долго и счастливо. Сколько детишек хочешь? Детишек. Есть. Yes. Сколько детишек? Как минимум 3, это просто минимальное. Первые близнецы сразу. Ну, если нет, то да, просто мальчика. Давай. Пока.